Пенсионный фонд России. В управление Пенсионного фонда России в Амурском районе Хабаровского края поступила информация, что 5000 рублей, которые пенсионеры получат в январе 2017 года в качестве единовременной выплаты, решили в своих преступных целях использовать аферисты. Мошенники по телефону выходят на доверчивых граждан пожилого возраста и сообщают, что будут перечислять деньги на карту, но им нужны ее реквизиты. В случае, если пенсионеры попадутся на эту удочку, их персональные данные окажутся в руках преступников. Просим всех, особенно граждан пожилого возраста, проявлять бдительность и не идти на поводу у мошенников. Не доверять им конфиденциальную информацию. Запомните, что сотрудники пенсионного фонда подобного рода сведения по телефону не запрашивают. И вообще обращаться куда-либо для оформления единовременной выплаты не надо. Необходимая информация уже имеется в базе данных территориальных управлений Пенсионного фонда России. В случае фактов обращения неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда и настойчиво требуют предоставления персональных данных, рекомендуется обращаться в правоохранительные органы. Не поддавайтесь на уловки мошенников, не доверяйте незнакомцам, незамедлительно проверяйте любую информацию, связанную с вашими денежными средствами. Не доверяйте тому, кого видите или слышите впервые, так как нельзя составить полное представление о человеке за несколько минут. Будьте бдительны. Пенсионный фонд России.